Добро пожаловать в мою жизнь. Мистер Константин, я вас видела. Я помню. И еще я вас... Вы преследуете меня? Я вам хочу задать пару вопросов, если вы не против. Сейчас нет настроения с вами болтать. Может, тогда послушаете? Пожалуйста. Всегда есть подвох. Вчера была убита моя сестра. Соболезно. Спасибо. Она была пациенткой Ревенскар. Она прыгнула с крыши. Вы же сказали, ее убили. Да, Изабелл не могла покончить с собой. Конечно, пациенты психушек не могут себя прикончить. Это очень странно. У нас в участке ваше имя хорошо известно. Я знаю род ваших занятий. Оккультизм, демонология, экзорцизм. Мою сестру положили в больницу с диагнозом паранойя, потому что она начала бредить о демонах, об ангелах. И, похоже, зло настигло ее. Они ее убили. То, что она должна прыгнуть с крыши, ей просто кто-то внушил. Какое-то общество или секта. Интересная версия, детектив. Удачи. Я надеялась, что вы мне хоть как-то поможете, укажете направление. Да, конечно, укажу. Это не самоубийство. Моя сестра была истовой католичкой. Вы понимаете, что это значит? Если бы она лишила себя жизни, ее душа... Ее душа попала бы в ад. Ее бы рвали на куски снова и снова, во тьме среди криков отчаяния. Целую вечность. Так? Все верно? Будьте вы прокляты.